Золотые анапские пляжи – главная тема. Остановка на улице Чехова – пилотный проект. Однако его уже успели оценить местные жители. Мне нравится, что архитектура этой остановки очень современная, очень положительная. А самое главное, что у нас беда в нашем городе – это лавочки. Во-первых, поверхность лавочек деревянная, а не железная. По поручению главы Анапы было разработано 5 эксклюзивных эскизов. Разные стили, разные цветовые гаммы. Но именно на этом варианте сошлись все эксперты. По словам специалистов, у новой остановки целый список преимуществ. Более серьезная защита от ветра, от дождя, остановка стеклена, используется монолитный поликарбонат, более стойкий к ударам, вот, прочный, используется композитная обшивка, современные материалы, и она, естественно, освещена в ночное время суток. К уличному освещению остановку подключили сегодня. Все работы были закончены всего за неделю. Поскольку эта конструкция – пилотный проект, эскизы будут дополняться. Исправят и мелкие изъяны. Вот поставили сегодня как образец одну остановку. Мы хотим услышать от жителей какие-то пожелания, в сетях услышать, нравится, не нравится. Но когда мы ее проектировали, эту остановку, то я попросил, давайте сделаем так, что там горел свет, чтоб там можно было сидеть на чем-то деревянном, и чтоб не дуло. За установку павильона отвечал Центр развития и оказания курортных услуг. Местные предприниматели помогли с финансированием проекта. Вскоре такие остановки появятся во всей Анапе. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.